Всем привет! Опять The Brush 2019. И вот такая сегодня тема будет. Опять же, сегодня, наверное, выложу видео. Называется она «Фильтры». Вот, походу, так она называется. Там, короче, итальянец один или испанец. Ну, так бойко объяснял, аж голова болит, иди твоя. Уно трес там что-то орал. Ну, короче, что зрительное, я понял. Я вам типа расскажу сейчас, говорю. Дрить твою копать. Не, вообще башковито, ну, на эмоциях все. Все так, ух. Так, погнали. Вот есть модель у нас вот такая, допустим. Вот мы ее установим. Нажмем BPR. Посмотрим, как тут все она выглядит. И потом уже будем смотреть. Вот так все прикольно выглядит. Заходим в Lightbox и, короче, вот здесь вот есть такая Render Set, вот эта вот фишка. И здесь вот дофига вот этих вот фильтров, которых не было, короче, в 18 и 8 модели. Вот их, походу, здесь вот, ну, прям хорошо накидали от души. Спасибо всем. Давайте применим какой-нибудь фильтр. Ну, вот. Что-то в этом духе. Поставим, наверное, вот такой белый цвет. Или еще какой-нибудь выберем. Кстати, гляньте, тут и сфер поболя будет. Так, ну где-то вот так вот, наверное, поставим. И теперь жмем BPR. Вот так применяется. Ну, не прикольно, конечно. Давайте подберем что-нибудь получше. Вот этот, наверное. Ну, ничего так вот прикольненько, вот если вот так под ракурсом поставить, вот так вот, и вот так вот BPR нажать, неплохой прямый фильтр. Вот так, как картинка, прикольно. Давайте еще что-нибудь применим путнее. Так, что тут у нас есть? Что-нибудь такое, как картинку хочу, типа нарисовано. Так, давайте вот этот применим. Может, прикольно будет. Вот, кстати, вот здесь вот, походу, будет как набросок, как рисунок. Так, и давайте, где вот здесь вот я видел? Вот, типа должно быть как рисунок. Посмотрим, как это все будет выглядеть. О! И понабросали. Ну, прикольная штука, короче, пользуйтесь. Может, кто-то что-то тут еще придумает. Кстати, еще по настройкам, это вот здесь вот заходите в рендер. И здесь есть, короче, BPR, вот этот, походу, SS. Нет, пардон, BPR фильтры, вот они. И вот здесь вы можете вот отключать вот этот фильтр, включать его, добавлять здесь настройки. Что-то здесь прибавлять, цвет менять, черный и белый, вот, допустим, здесь участвует, я так понял. И вот здесь вот все это дело можете настраивать. Экспериментируйте, смотрите. Вот здесь нормальный. И вот здесь вот можно поставить разный бокс RGB. Вот давайте его поставим. И по... попробуем BPR применить. Ну, в принципе, изменений что-то сильно не видно. Вот этот еще фильтр можно попробовать. Ну, в принципе, ничего, пойдет так. Фишка прикольная. Все, всем пока, до свидания.